А было такое время, все считали, что запасные части на иномарке стоят дорого. По сути, такого нету. Если вам кто-то втирает, то значит, это, скорее всего, дилер вам начинает втирать. Вот, когда говорит, что купите только у нас наше замечательное масло. Нет, такого нету. Кстати, насчет дилеров мы еще и переговорим. Вот. И это мнение о том, что запасные части стоят дорого, у меня развеялось после того, как я включил интернет. Благодаря тому, что я говорю на английском языке, я сразу себе нашел. И взял себе замечательный комплект подвески на 140-й Mercedes S600. Незадорого, кстати. Вот. И большую часть я беру через интернет. Но недавно оказалось, что у нас ценники в долларах выросли. То есть там запасная часть стоит, ну, 50 долларов, а доставка еще соточка. Вот. И начинаешь понимать, что у вас так немножко чуть-чуть, и вы не можете эту куделу купить. Но есть другие товарищи, которые покупают сразу много и сейчас. Вот. И естественный вариант. То есть эти товарищи вам предлагают по цене еще дешевле, чем интернет. Понимаете, да? Вот. Хотелось бы, конечно, пройтись по дилерам, но дилеры и так поймут. Потому что дело в чем заключается? Вы можете купить запасную часть и не у дилеров, но только у дилеров поставить. И ни с какой гарантии вы не слетите. Это вам должно быть понятно здесь сейчас. Вот. Другие вещи, которые мне бы хотелось. Потому что вот у меня есть за моей спиной, за спиной моей супруги замечательный Ниссанчик, да? Вот. И, как оказалось, все-все-все перебрать, все полностью перебрать, не таких больших денег и стоит. И цена-то в реальности. Теперь куда заехать? Сейчас объясняю. Почему я так вот на фоне замечательной нашей телевышки стою? Дело в чем заключается? Вот. Мы говорим про замечательные клубы, да? Сегодня клубы могут вам также привезти и запасные части в том числе. Теперь самое лучшее, и вот для тех, кто ездит на Mitsubishi, на Nissan, на всех остальных вещах, вот я вам предлагаю. Чуть-чуть от Советской вверх по улице Правды, не доезжая до следующего перекрестка, и вы просто можете проехать вот сюда, где мы сегодня вам покажем, что такое недорогие запасные части. Ну что ж, крепи. Крепитесь, дилеры, потому что счастья не будет. Хватит, господа, накручивать на нас свое бабло. Так вот, а тот, кто хочет гарантию, и, пожалуйста, разговор про гарантию. У людей существует вопрос, как не спрыгнуть с гарантии? Так как же им не спрыгнуть с гарантии? Ну, не спрыгнуть — это как бы очень просто. Часто, покупая автомобили в дилерских центрах, да, людей пугают, что если вы что-то, не дай бог, купите, поставите не у нас, автомобиль будет снят с гарантии. На самом деле это не так. Обязательно для прохождения, ну, соблюдения гарантийных условий, обязательно лишь одно условие. Произведение работ в дилерском центре, а запасные части можно покупать где больше нравится. В качестве, в цене и так далее. То есть запчасти можно приобретать свои, привозить, обслуживаться, автомобиль останется на гарантии. Потому что так и надо. Вы можете купить запчасти и найти себе дешевые цены. Так же, как найти и масло, и фильтра, и ремни. Но ради гарантии обслужить всю дилера, а потом уже спросите у него, откуда такие цены. Но это для вас, для тех, кто хочет знать. И вы меня наконец-таки поняли. А теперь вопрос цен. Я, конечно, понимаю, что существует клуб, да? Потому что в этом клубе, по-моему, какие-то абсолютно реальные и абсолютно несногсшибательские цены. Ну да, действительно, здесь довольно комфортные цены по сравнению с другими магазинами. Вот. И качественное обслуживание. Мне очень нравится то, что и магазин находится недалеко от дома. Вот, очень удобно. При этом надо понимать, да, что какие цены, да? Вот вы какую запасную часть вы сейчас купили? Я заказал фару заднюю. На какой автомобиль? Mitsubishi Lancer. Так, хорошо. Знаете, сколько дилерские цены стоят? Дилерские, ну, около 5000. А здесь? Здесь 2 с небольшим. То есть 2 раза дешевле получается? Ну, практически, да. Да, человек занимался запасными частями, и да, он понимает, сколько это стоит. И да, найти-то его совершенно легко. Улица Правды, 72.
и это клуб правильных цен. На запасных частях вы можете сэкономить там до 60%, приобретая те же самые оригинальные запчасти, но быстрее и дешевле. Понятно, что дешевле, а во сколько примерно? Так, я примерно понимаю цены, в 2-3 раза иногда получается. На некоторые позиции доходит до 3-4 раз экономия. Вот это да, а как это получается? Почему у дилера цены выше? Почему у вас дешевле? У дилера цены выше в связи с тем, что одна и та же деталь, произведенная заводом, ну будем ее называть оригинальной, поступает на территорию Российской Федерации и здесь начинается. То есть в случае с дилерскими центрами нужно дать зарплату сотруднику, менеджеру, директору, замдиректору, оплатить свет, коммунальные услуги, транспортные расходы, плюс дистрибьютор тоже зарабатывает на этом. Покупая запасные части в сторонних магазинах, то есть цепочка сокращается в разы. Даже не на несколько, а в разы. То есть компания, которая завозит в Россию, это крупный оптовик, и магазин, который уже реализует запчасти конечному покупателю. То есть это гораздо проще, потому что мы говорим про... У вас направление немножко японское, да? Более японское направление, хотя вы можете все привести. Вот. Ценники дилерских центров, скажем так, реальности конские, да? У вас по-другому все. Ну, можно назвать конскими, да. То есть у дилера своя ценовая политика, у нас своя. Мы идем навстречу клиенту, как бы не пытаясь заработать лишнего. Все прозрачно, все понятно. Вот это мне больше всего и нравится. Да легко, не наворачиваем цены, потому что мы понимаем, что лучше это враг хорошего. И мы знаем и цену, и качество, и то, что продают дилеры, качеством-то не является. Поэтому думайте сами, господа. Но вот вам мой выбор. Итак, улица Правды, 72. Для меня другого места-то и не может быть, потому что я раньше как-то жил на этой улице. Только было чуть-чуть ниже. Что такое мы сегодня вам продемонстрировали? Мы вам продемонстрировали мегакиллера для дилеров. Да, этот человек реально снижает цены, потому что у него нет вот этих дивных составляющих. Представляете, да? То есть цена-то в два раза дешевле. И я вам сегодня могу сказать. Помните тот замечательный автомобиль Nissan Avenir? Вот. Запчасти купила здесь, да. Так вот, ну, чтобы уж спокойно. И сейчас я вам эту машину могу продать за небольшую сумму. Помните, я его купил за 80 тысяч рублей и продам за 100 тысяч. Я так понимаю, что другого варианта вам и не найти. А запасные части я купил здесь. Чего и вам желаю делать.